всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Rush. Ребята, сегодня со мной юное дарование, киберспортсмен с команды Скилла, насколько я понимаю, с команды RGG, и это Сиач, ребята. Даня, здорово тебе, привет, блин. Всем приветик. Короче, ребята, я тут, знаете, решил взять яйца в кулак и вызвал киберспортсмена на дуэль на нож. Братан, ты готов на нож со мной сыграть? Я готов. Серьезно, ты мне отдашь нож, если вот, ты проиграешь? Конечно, брат, отдам. Так, окей, давай выберем, на какой нож будем играть. Давай вот. У меня есть, если что, братанчик M9 Blue Blood есть. Я готов на его поставить на кон. Какой нож готов ты поставить на кон? Ну, у меня есть пару ненужных ножей. Керамбит Клав и Джей Команда Лакшери. Пойдет, вот все, выберу. Все, пацаны, мы запускаем дуэль. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Сейчас будет жестко, это жесткая дуэль против киберспортсмена. Скорее всего, это моя самая сложная дуэль будет, ребята. Все, мы поехали. Не, ну расскажи, ладно, давно ли ты вообще в станок играешь, во-первых, расскажи, чтобы пацаны примерно понимали, насколько ты жесткий. И в каких командах, в каких составах ты играл, кого выигрывал вообще, сколько туриков забрал? Я играю с 2018 года, с самого начала, с января. Угу. Был во многих трейдинг-коллективах, то есть из самых лучших, там, ПКС, Excellent Gaming. ПКС — это проказника, да, клан получается? Да, да. О, проказника я выигрывал в дуэли, кстати. Команда Саши еще. Да, я понял. Вот, выигрывал Saints с телефона, кстати, в 2018-м, ага, когда они играли на айпадах. Я сейчас такой так шанс упустил, короче, тебя убить на самом деле, братик, слышь? Ты прям... О! А есть! Фух, хорошо. Пистолетку забрать? Ты не забывай, братанчик. Мы играем на нож, все честно. Ты сказал, что ты без проблем отдашь нож. Так что давай-то это. Ты сейчас не забывай, против кого ты играешь. Rush — это киберспорт, братан. У меня тоже, на самом деле, опыт в шутерах огромный. Я играл 8 лет в Warface. Ну, на уровне играл, правда. Типа, нормально играл. У меня есть все шансы против тебя выиграть, честно говоря. Есть! Нет, я 2 кита в тебя дал. Так, пацаны, ну пока 2-0, пока 2-0. А с Люсиком играл, братан? Очень давно. И кто выиграл? Я выиграл. Блин, я не знаю, а с Велей? Велю тоже выигрывал. Тоже я Велю выигрывал только один раз. Мы играли с ним дуэльки, наверное, штучки 3 или 2. Выигрывал я его один раз. Ты, братан, ты не поверишь, у меня из-за пинга немножко еще подлагивает. У тебя пинг 37, у меня 83, чтобы ты понимал, типа, насколько все сейчас жестко с моей стороны. Ну, 3-0! О, пацаны. Сейчас будет камбэк. Иди в жопу, нет, я заберу свой нож, братанчик. Нет, я потею, не представляете просто, пацаны, насколько жестко я сейчас потею. Потому что, ну, блин, мне кажется, это лютая дуэль. Если вы не поставите лайк, пацаны, я не знаю, блин. Слушай, ну, Сиач, а готов ли ты за 25 тысяч лайков под этим роликом пацанам показать киберспортивные фишки? Так, ты пропал. О! Чё повесил? Сейчас жестко было. Прям вообще минимальный пиксель повесил тебе, слышь? Ты понял, да, насколько сейчас жесткий фраг был? Я понял. Так, ты готов, да, получается, пацанам киберспортивные фишки показать? Я играю, честно, я, знаешь, я в основном только полагаюсь на АИМ и не более. Я никогда никаких тактик не применяю, ничего, типа, просто вот АИМ и все, я ничего не изучаю. А вы, насколько я понимаю, придерживаетесь там тактики прострелы всякие, хаешки, флешки, в любом случае. Конечно. Вот. Мы используем все, что возможно, чтобы выиграть. Ну, то есть, ты, короче, киберспортивных фишек знаешь много, да, интересных? Конечно, очень много. И ты готов за 25 тысяч лайков показать? Да. Пацаны, ну сейчас все в ваших только руках. Если вы сейчас... Даже если я выиграю, это не отменяет того факта, ребята. Я могу вам показать. Вот вчера мне Сиач отправлял счет их игры, ребята. Счет их игры. И он сыграл на турнире плюс 44. Это 44 фрага получается, да? Угу. Это жестко, да. Но... самый огромный счет за всю историю. Ага. Я, конечно, не уверен. Возможно, еще есть один игрок, ну, который сейчас топ-1. Возможно, он меня победил. А кто топ-1? Ну. А кто топ-1 сейчас в киберспорте? Инви. Пацаны, а, да, слушай, да, интересно, блин, а если Инви вызвать на дуэль, он согласится или нет? А, чё прыгаешь? Чё прыгаешь там? Алло, молодой. Давай, тихо! Тихо, а я хаешку не купил. Блин! Твою мышь, у меня сейчас... ты что делаешь? Что за прострелы? Нормально! Пацаны, слышь, я не могу собраться. 6-0! Чё, блядь? Не, ну, короче, ладно. Знаешь, я с Обованным играл когда, я тоже выигрывал его, прям, знаешь, ну, жестко выигрывал. А он потом сделал лютый камбэк и прям... еще жестче я его выигрывал на тот момент. У меня есть ролик на канале, и он просто сделал лютый камбэк. И все, и ГГ просто. Чё?
Кого? Как ты сейчас это повесил, брат? Это вантап был? Нет, я зажал. Очень идеально. А меня показалось так, что... У меня показало так, что это был вантап. Ну, слушайте, пацаны, если что, Сяч тоже записывает со своего пада сейчас, ребята, как там идет у нас каточка. Но это было люто, на самом деле. Как минимум, с моей стороны, это выглядело очень жестко. Ты вот реально, если бы увидел, ты бы охренел. Но, братан, я булки не расслабляю. Я уверен сейчас в своих силах. Я прям морально готовился к этой дуэли еще со вчерашнего дня, когда мы с тобой только списали. Откуда? Откуда? Откуда ты стреляешь? А! Не-н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 е. Да блин! Блин, пролагало! Я клянусь, пролагало! Есть! Ух! Я не знаю, я каждому фрагу радуюсь, как будто я это... О, смена! Блин, что-то у меня ладошки-то все вспотели, ты не поверишь. 7-2, 7-2, 7-2, пацаны. Ну блин, за Т сейчас может быть что-то жесткое. Блин, ну тут сейчас вообще я очень тупо сейчас тебе проиграл. Очень тупо, я сейчас зажал и не попадал вообще, потому что, наверное, я немножко уже распереживался. Ну, в принципе, отрыв хороший. Отрыв пока что хороший. Блин, стрёмно. Не знаю, как камбэкнуть, конечно, с такого счета будет очень сложно. Нормально будет, не переживай. Ну, мне нормально пока. Я рад, что я тебя хоть чуть-чуть, но на этого... Нафигариваю, так скажем. Так, ладно, короче, пушим, пацаны. Что ты вешаешь? Да ты даст. Ты специально это делал, братик? Скажи честно, ты это специально делал? Скажи. Ну, возможно, я не отменяю этого факта. Да не, врешь, обманываешь. Делать камбэк. Нет, я понял. То есть ты мне реально специально сливал 7 раундов, чтобы был лютейщиком. Возможно. Иди в жопу. Я не поверю тебе. Не верю. Ты меня выиграл, честно. О, нормально, что-то повесит. Сколько хп? Минус 8 дал. Спокойно, пацаны. Главное держать себя в тонусе. Не бояться соперника. Есть! Это я очень имбовый. Ну, его пофиксили, нормально он сейчас. Типа, не такой имбовый, как был раньше, на самом деле. Тебе показалось, это я просто имбовый, братик. Да, я волнуюсь, честно говоря. 8-4, блин, руки вообще просто. Скажи честно, вспотел? Да, очень потно. То есть я реально могу заставить киберспортсмена потеть против меня в дуэли? Ты серьезно? Я сегодня не играл даже. Я тоже первая катка, братик, честно говоря. Да, тут, короче, нет, тут тебя вообще невозможно сейчас было поймать. Прям очень трудно было поймать. У меня просто голова торчит. Да. Я не знаю, мне уже стрёмно. 8-5. Два раунда, вонючих два раунда забрать. Я уже забрал 8 и не могу забрать тупо два раунда. Ну чё за говно? Да блин! Голову мне дал. 8-6. Да блин. Я не хочу проиграть вот так вот сейчас с такого счета. Нет, все. Я аккуратен. Я выхожу в бой, братик, и тебе ГГ. О, все, ясно. Ты сейчас и будешь так на респе, да, сидеть, братик? А, ты не на респе. Я не на респе, я в пьёнке. 8-7. Я расстраиваюсь потихоньку. Начинается небольшой тит. Ладно, я беру секретное супероружие, братик. Даже скилл не мог против него устоять и говорил, ты достал его, братик, уже. Ой-ой. Ладно. Ну согласись, скилл тоже очень жестко играет на самом деле. Да, очень жестко. Особенно дуэльки. Но я жестче, братик, поверь мне. Сейчас. Да иди в жопу! Да что это? Да как тебя перестрелять? 8-8, как мы сравнялись? Я же так жестко... Ты специально это сделал, я понял, братик. Это нечестно, я считаю. Так, ну-ка, сколько хп? Сколько хп, да признайся? Так, нормально, еще нормально. 2? 0? Не, много. Ага. Убил? Почему ты не отвернулся? Убил, хорошо. Ух, мне осталось забрать один раунд. Ты реально, ты серьезно, ты отдашь мне нож, да, если я сейчас выиграю? Конечно. Но это же будет, типа, достойная победа. Я выиграл киберспортсмена. Ну, представь, если выиграю, реально. Мне кажется, это достойно того, чтобы получить в награду нож. Но я его между подписчиками нашими разыграю, то есть и на тебя подпишутся, и на меня подпишутся, и пацаны получат ножик. Договорились? Окей, брат. Так, а у тебя есть YouTube-канал, да, правильно я понимаю? Что ты там делаешь, да. Вообще, что рассказываешь? Да, разные киберспортивные видосики записываю. О, пацаны, ну переходите, ссылочку оставлю на Сиача в описании, ребят, заходите, обязательно посмотрите его канал, потому что мне кажется, что-то там интересное. 9-9, да блин, не
нет, 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 нет. Потно, потно, давай, последний раунд, брат. Фух, давай, ладно. Ладно, пацаны, все или ничего, пацаны. Сейчас все или ничего, и я беру вот это, вот вы понимаете, да? Но сейчас будет все или ничего, реально. Авик, авик, авик. Нет, нет. Ой-ой-ой. Так, тихо. Спокойно, мы его, по идее, словили. Так, я живу еще. Я еще живу. Очень плотно. Я очень на самом деле. Ладно. Но это было жестко, братик. Это была жесткая дуэль. Я, по-честному, готов тебе отдать нож. Без проблем, братанчик. Сейчас, подожди секундочку. Пацаны, но это было очень жестко. В принципе, в теории... Мой первый промокод. У меня были очень жесткие шансы, ребята, выиграть сейчас. Это была только моя ошибка. Но, ребята, давайте так, если вы соберете, не знаю, 25 тысяч лайков под этим роликом, я, во-первых, возьму реванш у Сиача и попробую его, постараюсь его выиграть, попотеть еще больше. Во-вторых, ребята, мы запишем киберспортивные фишки. Да? Да. Так, ну что там, активировал? Все, я вел, да, мне выпал М9 Bayonet Blue Blood. Все, большое отлично. Спасибо, я его разыграю, кстати, между своими подписчиками. Да, все, братанчик, пацаны, ссылочка на Сиача есть в описании. Реванш будет, 100%, я тебя вынесу. Готовь керамбит голд, братан, мы будем играть на керамбит голд. Все, пацаны. Осталось на него накопить. Дань, тебе спасибо огромное за то, что вызвался на дуэль. Понимаю, что без подготовки, короче, но я тоже был без подготовки. Блин, я так обидно проиграл, капец, пацаны. Ладно, надеюсь, вам этот ролик понравился, ребята. Если это так, то влепи свой царский лайк и подпишись на канал обязательно, пускай колокольчиком, братанчик. Все, у микрофона, как обычно, был Раш прямо сейчас. Тыкай на этот ролик, ведь он получился очень классный, очень веселый. Блин, я над ним старался. Посмотри его, братанчик, пожалуйста, до конца. Все, всем огромное спасибо, ребята. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.